Мы помогаем смотреть на мир здоровыми глазами, говорят врачи глазной клиники Шымкента. Каждый день в клинику длинные очереди. Люди проходят обследование, лечение и профилактику. Ербол Калмырзаев рассказывает, когда полгода назад зрение начало резко ухудшаться, узнал от друзей про клинику и решил долго не ждать и отправился к специалистам. У меня резко ухудшилось зрение, я стал плохо видеть, минус 5, я думал уже все. Пришел с неким пессимизмом. И вот результат после нескольких процедур, я вижу отчетливо. Еще 2 месяца назад я бы вот вас не увидел, а сейчас отчетливо вижу. Спасибо докторам. В клинике проводят обследование и лечение врачи высокой квалификации. И поэтому сюда приезжают пациенты не только из разных регионов страны, но и ближнего зарубежья. Специалисты работают на современном оборудовании, которое позволяет проводить сложные лазерные операции без хирургического вмешательства. Спектр помощи медиков широк. Это лечение катаракты глаз, замены кристаллика и многое другое. Ну, если раньше мы профилировались на в основном по оперативному лечению от катаракты и лазерным методом лечения переднего и заднего отрезка глаза, то сейчас у нас новое направление – это эксимерлазерная коррекция зрения, которая коррегирует аномалии рефракции, такие как близорукость, дальнозоркость, астигматизм. У нас есть дневной стационар, палата наблюдения. Да, послеоперационно мы под наблюдением остаются эти пациенты около 3 дней в среднем. В медцентре можно проводить и бесплатное лечение посредством госпрограмм. Нужно только представить список необходимых документов. Более подробную информацию вы можете узнать в самой клинике по адресу проспект Кунаева, 53.